Опошлая тебя унесет. Опошлая тебя унесет. Самый противник, что сосет. Лучше ему огромный бык. Набил по носам уши битком. Лучше бы он съел гнилую жопу. Захолоснулся и запил ее пивком. Это следующий геймер, что видел народ. Это злой Nintendo задрот. Это злой Atari всех задрот. Это злой игровой задрот. Окей, ожидания наконец закончены. Это обзор, который все хотели увидеть. Вот он. Супермен на Commodore 64. Да, вы же это имели в виду. Commodore 64? Он был одним из самых продаваемых домашних компьютеров 80-х. Игры шли на флоппи дисках и дискетах. Помните такие? Те, которые сильно гибкие. Флоппи, гибкие. Давайте всунем эту хрень, включим этого сына и поиграем в Супермена. Это начальный экран. Никогда не знаете, что делать без инструкций. Вы должны напечатать лот, звездочка, 8-1, и затем нажать Return. Затем все почернеет, и через несколько секунд он скажет, идет загрузка Супермена. Затем понимаете, что делали, все верно. Но затем вам придется ждать странную кучу времени, пока оно загрузится. Как в PlayStation, который всегда заставляет ждать загрузку всего подряд. Это занимает 2 минуты и 7 секунд. Да, я почитал. Затем главный экран начинается с музыки, и вы такие, вау! Напечатайте символы, которые появятся в строке 9, столбце 10. Да, это карта с кодами. Сопоставляем проклятые числа, вот она. Итак, вы выбираете сложность и говорите, что? Оно загружается снова. 54 секунды на этот раз. Не так долго, но кажется вечностью. В любом случае, вы получаете эту комиксную историю, и затем... Сын с***. Похоже, 2 недели спустя, вот, наконец, начинаете играть. Вы будете удивлены, что графика вполне приличная, и геймплей понятный. Вы просто летаете вокруг и стреляете. Вам не нужно быть Кларком Кентом и искать станции метро или какое-нибудь подобное дерьмо. Так что это лучше Nintendo версии. Но это не говорит о многом. Это как сказать, что сегодня ночью я поставил лучше, чем прошлый. Контроллер — кусок говна. Но хотя бы вы в ситуации, тогда можете подключить большинство контроллеров от Atari или Sega Genesis. Разве это не изумительно? Первый уровень имеет 3D-перспективу. На втором уровне вы защищаете космический шаттл от астероидов. Того же на 2D-шутер. Третий уровень — 6-скроллер, так что тут есть некоторое разнообразие. Но тут есть, похоже, самые раздражающие уровни в истории видеоигр. Хватит этого говна. Ну, постойте, это же не то, что вы хотели увидеть. Не, вы хотели увидеть это, так? Да ладно, вы действительно хотите, чтобы я играл в это? Я сделал только это ради вас. Потому что люблю вас очень сильно. Не воспринимайте это очень серьезно. Вот оно. Я включаю питание. Сначала у вас приветствует больше мучашные леса. Титус? Что это такое? Официальное название игры просто Супермен. Но, видимо, как так от традиции Nintendo 64 добавляю 64 название игр. Неудивительно, что эту игру постигла та же участь. Первое, что обеспокоило меня, стандартная музыка. Почему не тема Супермена? Ну, знаете, Джона Уильямс. Почему ни одна игра не использует ее? Скажу, как игра начинается, вы летите сквозь кольца. У меня нет времени даже, чтобы разобраться с управлением. Вы думаете, что когда игра начнется, у вас будет небольшой свободный пространство, вы знаете, полетать вокруг и разобраться. Но нет, вы должны летать сквозь кольца. Вы не можете пропускаться, если вы пропускаете больше, чем кажется ты, я не знаю. Иногда это 2, иногда 4, я не уверен. И вы продолжаете пытаться снова и снова, пока не сделаете это. Ко всему прочему, здесь есть еще лимит времени. Я как это начало игры, вы думаете, что ключей не будет шадящим. Но нет! Вам дается лишь чуть больше времени, чтобы пролетать через все кольца, вы должны быть идеальны. Кажется, что я очень говно справляюсь, но управление ужасное. Вам нужно быть очень аккуратным джойстиком, иначе Супермен стремится в неправильном направлении. И затем, когда вы попытаетесь сделать резкий поворот, вы все, конечно же, знаете лучше меня, так что это очевидно. И знаете, что самое жалкое? Этой игре нет даже 10 лет! Едва, вы думаете, что к 1999 году будет какой-то стандарт качества? Что, я застрял? Как черт побери, я застрял? Я под мостом! Выглядит, будто Супермен свои чупы. Итак, когда игра дает вам лимит времени, вы спешите. Вы не можете уделять достаточное внимание и осторожности каждого этих колец. Вы продолжаете двигаться. Если вы пускаете кольцо, вы можете разануться и попробовать снова, так что это не вредит вам. Пока вы не пропустите следующее кольцо, так что вы должны пролетать их по порядку. Но если вы пропустите одно, то пока будет залачивать вашу жопу, потеряете слишком много времени, так что это то же самое, что и пропустить кольцо. Вам необходимо продолжить лететь. Если вы тормозите и не разгонетесь, то не ложитесь в лимит времени. Видите, я проиграл слишком много времени на разворотах, так что я просто сдамся и убью себя. Видите здание? Я собираюсь врезаться в них. Но это не имеет смысла. Единственная вещь, которая хуже неимоверно плохой игры, невозможно даже убить себя. Что с ударами? Могу ли я сбить людей в этой говной игры? Я, наверное, никогда не узнаю, но почему эти удары такие неуклюжие? Вы, наверное, издеваетесь? Я застрял снова? И не иди рядом со стеной, посмотрите, сколько еще места. Сколько места?
Как я мог застать, когда здесь столько места? Почти пропустил кольцо. Что он делает? Зарядку? Эта игра не просто плоха, она очень плоха. Почти меньше 10 секунд. Но я могу сделать это. Я не могу поверить. Оставалось одно кольцо. Это жопа, полная жопа. Нет, это не засчиталось. Инструкции мелькнули на мгновение на экране. Вам даже не дается достаточно времени, чтобы прочесть. Я уже проиграл? Что я должен был сделать? Что? Мне даже не дадут попробовать снова, я вернулся к кольцам! Я не могу поверить, что я играю в игру Супермене, где все, что ты делаешь, это летаешь сквозь кольца. Ну, вы знаете, чтобы протренировать аккуратность, во многих играх есть такое. Там в тренировке нужно было летать через кольца. Но даже там не нужно было пролетать через все кольца. Главное, пролететь как можно больше колец подряд. В этой действительной игре ты летаешь, стреляешь врагов, выворачиваешься от препятствий. Ты должен сражаться с плохими парнями. Не тестировать свои навыки полетов с самым плохим управлением, когда-либо имеющихся в играх. Из любопытства я попробовал ее, чтобы увидеть, что там, и угадайте что. Полеты через кольца. Да, что вы ожидали? Итак, я еще раз на следующем уровне. Сообщение вспихивает на секунду. Знаете, если бы у меня было два шанса подряд, чтобы разобраться, то вместо этого я был очень удивлен тому, что у меня была возможность действовать 6 секунд, и не было времени на прочтение. Что же мне все-таки делать? Я действительно делаю это. Это игра Супермене? Это как если бы они сделали игру о Бэтмене, где все, что он делал, играл в классике. Окей, время 60 секунд на выводе с машинами снова. Влезай, влезай! Так, я боюсь машину, теперь что? Вот там я босс 111, это странно. Окей, другая машина подъезжает, я могу ее остановить? Короче, вы должны взять обе машины и свернуть их, пока они не врезались в людей. Больше колец. А после вы подбираете полицейскую машину и несете ее до цели. Летите через кольца, берете машины. Серьезно, я хочу, чтобы вы выдвинули предположение, что же будет дальше. Больше колец, да. Я все, извините. Чё за дебил писал? Извините, правильно писать по-русски. А это все, что я могу сделать. Эта игра даже не может считаться говном. Это как эквивалент говна изменять говном. Она тошнотворна, отвратительна. Она вы***ет мозг. Она куча е***, и она принадлежит этой планете.